Спортивный микс категории «Экстра» Голландия. Мешок у нас весит 30 килограмм. Первым у нас идет женская толстовка с капюшоном. Размер указан с 38-й, марка «Адидас». Следов износа нет. Если будут попадаться следы износа, я буду об этом говорить. Так, вот такая вот штанковка, тоже спортивная. Размер указан «Элька». Так, спортивные штаны. Размер указан «Эмка». Резинки не растянуты, следов износа я также не вижу. Размер «Эмка». Тоже еще одни спортивные штаны, тянущиеся. Так, Олимпийка, 42-й европейский размер указан. Тоже состояние, также без нареканий. Так, европейский размер указан «Эмка». Еще одни спортивные штаны. Очень интересный своеобразный такой материал тоже. Следов износа я не вижу. Так. У следующих штанов, к сожалению, указания размера нету. Растянутости каких-то явных дефектов я также не вижу. Размер LK. Такая вот спортивная футболка. Очень плотная. Так, марка TCM. 40-й, 42-й европейский размер. Еще одни спортивные штаны. Вот здесь вот есть небольшое пятнышко. Следов износа на штанинах. Ага, вот здесь вот тоже есть пятнышко. Вот. Следы износа я уже вроде все перечислил. 48-го европейского размера. Марка Крейн. Спортивная футболка. Так, штаны 42-го, 46-го размера европейского. Так, 36-й, 38-й. Это у нас еще одна Олимпийка. Тоже, по-моему, женская. Следов износа также нету. Марка Пума. Размер 44, 46. Спортивная футболка. Так, еще одни штаны. 40-й, 42-й размер указан у нас здесь. Так, 36-й, 38-й, марка Blue Motion, еще одни спортивные штаны. Так, следующим у нас идет также спортивная танковка, размер указан МК, состояние отличное, следов износа нету. Размер МК, Олимпийка, вот такого вот формата, тоже без следов износа. Размер СК, еще одни спортивные штаны, тоже следов износа я не вижу. Так. 48-го европейского размера также еще одни штанишки. Карманы наизнанку. Ладно, хотя бы дырок нету, что можно сразу увидеть. Тоже состояние отличное. Так, майка марки Adidas. Указания размера, к сожалению, нету. Здесь вот... это у нас бирка была. Я хотел сказать, распускаться начал. Майка. Марка Active. Размер указан МК. Еще одни штаны. Футболка. Размер указан Элька. Так, толстовка. Размер указан 2XL. Вот такая вот белая. Очень большая. Следов износа никаких нету. Состояние отличное. У капюшона, кстати, отсутствует шнурок. Вдруг для кого-то будет важным. Так, еще одни спортивные штаны. К сожалению, нигде по периметру я, опять же, размер не нашел. Следов износа также нету. Так, размер Элька. Еще одни спортивные штаны, уже попроще. Вот здесь вот много катышек. Ну, не знаю, кому как. 40-го европейского размера Олимпийка. Длинный рукав. Следов износа на Олимпийке нету. Так, размер Элька. Это у нас Олимпийка. Здесь, кстати, у нас комплект идет. Состояние отличное, не придраться, опять же. И штаны. Такого же размера. Так, ну здесь тоже также не придраться. Так, размер 44-й европейский. Еще одни штанишки спортивные. Размер 2XL. Тоже еще одни штаны. Так, размер L-ка. Также еще одни спортивные штаны. Очень странные, очень интересные. Вот здесь вот по периметру можно заклепками полностью штаны раскрыть. Не знаю, для кого-то может быть... важным тоже будет. Не представляю, какой сценарий использования должен быть. Еще одна танковка. Размер XL. Спортивные штаны из полиэстера. Состояние отличное. Следов износа нет. И опять же эти заклепки, которые непонятно для чего здесь. Если кто не знает, отпишите Эльвире. Я посмотрю тоже. Интересно будет почитать. Размер S-ка. Хлопковые штанишки. Ух ты. Ух ты. Вот, ну... не знаю даже. Не буду это комментировать, сами видите. Так, спортивная футболка.
Марка Adidas, 40-й европейский размер, еще одна олимпийка. Состояние отличное, опять же, не придраться. Размер L-ка, еще одни спортивные штаны. Тоже следов износа нигде нету. Спортивные штаны марки Adidas, размер указан XL. Тоже. Немножко растянута вроде как резинка, но эффект, дефект точнее незначительный. Марка Джака, размер указан L-ка. Также еще одни спортивные штаны. Здесь у нас, опять же, без нареканий. Так, 30-32 европейский размер, марка Adidas, это у нас еще одна олимпийка. Так, вот здесь вот есть какие-то небольшие пятнышки. Размер S, спортивные штаны, также еще одни. Так, олимпийка 40-го европейского размера. Состояние отличное, женское, кстати. Размер L, еще одни спортивные штаны, тоже без следов износа. Так, 40-42 европейского размера, еще одна олимпийка. Или ветровка, кому как удобнее, опять же. Так, следов износа на рукавах я не вижу, на воротнике также. Размер M-ка, еще одни спортивные штаны, тоже без следов износа. Следующие штаны, размер указан S-ка. Также, опять же, придраться ни к чему, хотя нет, вроде ничего нету. Размер М-ка, футболка. Так, женская танковка спортивная, 40-й европейский размер указан, длинные рукава, следов износа нет. Марка Adidas, размер указан XS, яркая вот такая толстовка. Немножко потерлась уже сама надпись, следов износа на рукавах, на воротнике, на самой толстовке также нету. Так, марка Adidas, размер указан XL, спортивная футболка. Ну, вообще, кстати, классная футболка, отлично выглядит. Марка Adidas, 40-й европейский размер. Штаны, опять же, еще одни. Тоже придраться ни к чему. Марка TCM, размер указан M-ка, вот такая вот жилетка. Вот здесь вот есть какие-то пятна в районе кармана. И вроде вот здесь вот тоже вижу несколько пятен. Так. 40-42 европейский размер. Следующие штаны. Марка Эрима. Тоже следов износа нету. Так, 19-20 английский размер. Еще одни штаны. Также. Марка Кривит. Указания размера нету. Тоже еще одни штаны. Без следов износа. Марка Крейн. Размер указан L-ка. 44-46. Вот такая вот классная олимпийка. Хотя даже у этой классной олимпийки есть небольшое пятнышко, к сожалению. Марка Крейн, размер указан М-ка, спортивные штаны, еще одни. Так, размер XL, еще одна олимпийка, тоже следов износа нету. Марка Слейзингер, размер указан S-ка, также еще одни штаны. Тоже состояние отличное. Марка Атмосфер. 10-й английский, 38-й европейский размер. Также еще одни штанишки, тоже без следов износа. Также марка Атмосфер, 44-й европейский размер. Тоже еще одни спортивные штаны. По ощущениям, опять же, похоже на хлопок, но, скорее всего, это он и есть. Марка Пума, размер указан XL. Вот такие вот шорты. Так, размер XL. Еще одни спортивные штаны. Не знаю, то ли они растянуты очень сильно, то ли еще что. Так. Есть небольшие пятнышки вот здесь вот. Так, на второй штанине вроде все отлично. Так, футболка Пола. Марки Крейн. Размер указан L-ка. Следов износа нету. Так, теплые спортивные штаны. 38-40 размер. Хотя такие штанишки я бы дома носил. Самое то. Так, размер L-ка. Олимпийка еще одна. Так, здесь следов износа на рукавах, на воротнике я не вижу. Марка Рибок. Размер указан L-ка. Новые штаны. Этикетка, все это на месте. Состояние отличное. Придраться не к чему. Марка Клубхаус. C&A. Толстовка. С одним большим карманом основным. Следов износа на самой толстовке я не вижу. Марка Adidas. Так.
100% хлопок указан, оставим. Указан рост 176, что дает нам понятие о том, что это, скорее всего, подростковая футболка. Размер МК. Штанишки еще одни также. Тоже без следов износа. 44-46 европейский размер. Марка Крей. Вот такая вот спортивная танковка. Размер XL. Футболка Пола. Марка Биаджини, размер указан ЛК. Тоже еще одна танковка. Рукава примерно 3 четверти, следов износа я не вижу. 40-42 европейский размер. Следующие штаны. Тоже без следов износа. Так, очень приятная на ощупь толстовка. Указания размера, к сожалению, нету. Состояние отличное, следов износа тоже никаких нету. Размер МК. Также еще одна спортивная футболка марки Adidas. Так, марка Puma. Вот у нас толстовка, размер указан МК. Тоже отличное состояние, следов износа нету. Также, кстати, приятно держать в руках. Прям чувствуешь вещь. Так, следующим. У нас идут еще одни спортивные штаны, размер указан МК. Так. Размер ЛК. Это у нас олимпийка женская. Еще одни спортивные штаны, марки Шемп. Указания размера, к сожалению, нету. А нет, это шорты вообще оказались. Очень длинные, правда, шорты. Но следов износа в любом случае нет. Так. Размер ЛК. Также еще одни спортивные штаны. Вот здесь вот уже светоотражающая линия уже немножко потерта. Так, ну, в принципе, никаких разрывов, пятен. Хотя нет, уже и пятно нашел. Пятна тоже есть. Вот уже начал палить вещь, а она оказалась не совсем такой, какой думал. Размер 2XL, еще одна олимпийка, тоже без следов износа. Марка Крейн, размер указан СК, 36-38 европейский размер. Также еще одни спортивные штаны. Марка Adidas, размер указан ЛК. Олимпийка, вот такая вот яркая. Так, небольшие потертости в районе рукавов. В районе воротника потертости не вижу, хотя вижу вот здесь вот пятнышко. Так, 40-42 европейский размер, еще одна олимпийка. Кстати, вот эта вот олимпийка очень теплая, ну или можно к ветровкам причислить. Так. Да, утепленная изнутри, марка Крейн, размер указан МК. Также еще одна олимпийка. Так, следов износа на рукавах нету, резинки держат отлично, следов износа на воротнике также я не вижу. Так. Футболка. Футболка, множество пятнышек, но тут особо и можно не рассказывать, сразу видно. Указания размера, к сожалению, футболки нету. 46-48 европейский размер. Еще одна олимпийка. Вот здесь вот есть небольшие потертости. Так, размер МК. Также еще одна футболка. Здесь у нас все отлично, придраться не к чему. Размера МК. Спортивные штаны. Так, следом у нас идет размер СК. Тоже еще одни спортивные штаны. Состояние отличное. Марка Adidas, размер указан МК. Это вот такая вот футболка небольшая, спортивная опять же. Pull and Bear, 3/4 европейский размер. Такие вот штаны. Так. Но вот здесь вот растянута резинка, во-первых, на обоих штанинах. Здесь есть пятно. И вот здесь вот есть пятно. И вот последняя вещь, которая здесь у нас идет. Марка Oasis, размер указан МК. Вот такая вот футболка. Состояние отличное. Опять же, следов износа нет. На этом все.